Всем привет, мои дорогие зрители, вы на канале Владис Геймс. Я сегодня не решил проводить стрим, может и провел. Не, ну я хотел провести стрим, но у меня какая-то ошибка вылезла. И у меня показ был установлен. Вот я вышел из банка, просто сейчас ограбил его быстренько. Это вот так вот. Надо ограбить банк, из канализации нужно ограбить. Эх, я никогда не смогу, что ли, стрим провести. И мне никогда, видимо, не купят новый нормальный роутер. Если завтра их не будет, то... Ох, ёлы-палы, что будет. Ладно. Куда же мы сейчас пойдем? Ну, давайте, знаете, куда? Куда можно? По-моему, эти указатели как-то неправильно указывают. Я думаю, куда пойти. Не выборнские доки. У меня и так все пройдено. До 100%. Блин, у меня тут вечно все шумят. В следующий раз я сделаю так, чтобы вообще из моих... Блин, как это... Ко мне не заходили. Вообще. Сейчас вот просто поставлю такое. Ну, вы, наверное, поняли, что я имею в виду. Смотрите, тут тоже есть моцики. Видите? Молния тут. Полицейский мотоцикл. Моя любимая тут это. Ладно, давайте дальше что-нибудь будем делать. Автозак возьмем. Там. Я хочу просто на остров Леди Либерти отправиться. Так. Да, отправляемся на остров Леди Либерти. Следующая остановка — морское дно. То есть остров Леди Либерти. Ха-ха-ха. Капитан Бурдулька. Дулька или Бородулька? Блин, я забыл Кьюзом. Бородулька, по-моему. Да, Бородулька. Ну, если я неправильно что-то говорю, поправьте меня как-нибудь. Хоть я не смотрю комменты, но вы же можете еще сделать хоть что-то. Вау! Это что за трамплин сейчас был? Это не я сейчас прыгну, это сам моцик прыгну. То, что я не люблю. В общем, мы на острове Леди Либерти. Давайте я создам какой-нибудь мир, и там я покажу вам полностью остров Леди Либерти. Как его проходить там. Ну, в общем, вы поняли. Плачет понючка, что-то мне не нравится. Так, у меня Димас какой-то. Не знаю, кто. Не знаю его ник, я, в общем. Не знаю. Я не знать его никс. Ника им. Ну, ладно. Мне толку-то зачем? Кого бы мне взять? Райан Макс. Да чейз возьми ты, Влад. Вместо подсобного рабочего, кого же можно взять?
Бобби молоток, что ли, взять? Опа! Блин, классная у него ферма, беленькая еще. Портовый рабочий. Ну, портовый рабочий, рабочего можно взять. Смотрите, как нужно ехать быстро. Сейчас мы, в общем, так сделаем с сервером. А теперь просто будем бить дерево. Видите, оно не ломается. Даже никто не может сломать. Даже... Хопа! Видите, я бью сколько. С огнетушителем... Вау, с огнетушителем классно! Что с деревом творится? Ну а здесь вообще дерево в бок стоит. Смотрите, как еще можно. В прыжке. Вау. Мне понравилось с огнетушителем. Классно. Ты прицелишься. И все только рады. Игру можем пройти одним, кстати. Я просто не нажимаю квадратик. А ну стой, куда ты пошел? Куда? Куда? И ты 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 куда? И иди ты никуда. Я не дам тебе куда-то там пойти. Бобби молоток. Смотрите, он меня хочет теперь идти. Смотрите, надо... Хопа. Берем это. Потом... Хопа, хопа. Потом всех замораживаем, здесь, чтобы паника была. Главное, здесь паника. Ладно, давайте. Давайте потом сейчас с Рексом сразиться. Для меня это легко. Приступить к заданию. Шеф Дамби велел мне зайти на сайт Legacy.com Undercover и сообщить ему, что я думаю об игре под названием Legacy Undercover. Или как ты мать прочишь меня, а я тебе за меня классный чит-код дам. Чейз, хочу тебя сразу... Так, это мы можем пропустить. Странно. Странно. Я не чувствую, что стало легче. Наверное, из-за печенюшек, которые я умял по дороге. Который не ел мяло, который я умял. Я умял, что печенька. Я умял все печеньки на свете. Что за песня? Влад хочет петь, ты не певец. Опа! Смотрите, как можно сделать. Смотрите сейчас, что будет. Он такой поднимается, типа. Это не успевает про... Блин, а не получится так. Я классно сделал. Смотрите, надо брать этого и смотрите, что... Блин, надо его... Можно его просто выкинуть. Вот так! Выкидывайся, парень. Смотрите, я могу... А что я вверх не могу лезть? А, не важно. Тут же нет, самое главное. Этого выкидываем как-нибудь. Вот так.
Да блин, ты выкинься уже. Да блин, я нажимаю. Мне что, на другую кнопку нужно нажимать? А, не важно. Фух. Только плиз, смотрите меня, ё-моё. Чем больше меня смотрят, тем больше видео за один день. Так, слышь. Это надо сломать. Это тоже. У-ху! Вы подождите, парни. Дайте я все покрашу сейчас. Пока, пока, парни, пока. Все, пока, я пошел. Пока. Ушел такой тип. Все удивлены. Вот так все быстро делаем. Видите, как надо быстро все делать? Вот так вот именно. Донесем, делаем луноход, который, к сожалению, нельзя вызвать, да? Нельзя же вызвать. Давай. А то бы я вызвал себе луноход и все. А что будет, если я с лунохода упаду? А, мне его опять выслали сюда. Молодцы разработчики. Пока, ребят! Пока! Все, пока, я пошел от них. Опять у меня какие-то странные звуки в микрофоне. Так, я связь что не могу найти, а? Опа. Зачем? Я что-то не захотел стрим, в общем, провести. У меня двойные звуки вообще. То есть вы... А, там они ходили. Классно. Ждут меня, видимо. Ну зачем я ждать? Я уже не приду к ним. Классно такой. Ушел тип. Я с луноходом хорошо ездить могу, я у луноходов. А чё Бешен Рекс? Так, стиж, сейчас. Ну, пока тут маршрут прокладывается. Мы пока что так сделаем. Их там три было. Вы помните, какие были там? Берем на это. Супер. Монетку такую. О, он сейчас убирается, кстати. Реви. Реви. Сейчас. Давайте. Да, мне не важно, Миш. Куча жизней. Если что, не читак. Все-таки с пробками Лего могут. Что-то там бл-бл-бл-бл-бл. Давайте сейчас быстренько все сделаем. Монетки, монетки! Да уберись ты! Монетки! Монеты отдай мне! Пропадут монетки сейчас! Да уберите! Это все, разработчики, вы... Вот понимаете, что вы делаете? Вы только, может, игрокам хуже делать. Если вы только хуже игрокам делаете, то я разработчику могу даже одну звездочку поставить. Если так будет все до конца. По-другому, что ли, нельзя? Давайте попробуем каким-нибудь другим способом. Хотя нет, нельзя другим, по-моему. А может и можно.
Нет, не я. Другим способом. Ну, жаль. Такс. А если вот так сделать? А, блин, точно. Я ж не ту кнопку нажал сейчас. Такс, нет, это должно быть так. Стоять. Еще раз. И не вот так, а вот так. В качестве пункта назначения выбран Лего-Сити. Что, даже пошутить нельзя. Отключаю поле. Старт через 5, 4, 3. Надеюсь, вы пристегнулись как следует. Один. Пропускаем. Рекса. Сейчас быстренько. Эй, малыш, что у тебя с зубками? Ой, ты упал, сейчас мы тебя поднимем. И что у тебя такой хвост короткий? Давай растянем сейчас его. Давай, давай. Ты держишься? Молодец. Не смей этого делать, ты все испортишь. Я верю в тебя, Чейз. Заткнись, не сиди там студнем, Рекс. Сделай его. Опа, видите, как надо быстренько все делать. Так, дальше. Давайте-ка. Там еще падать нужно, но если у меня получится упасть, то это будет хорошо. Ой, колется! Ты слабак, Рекс! Двигай, Ковальский! Куда это ты собрался, Блэквелл? Вот сейчас прицелимся. Знаете, у него последняя жизнь осталась. На его, у его робота последняя жизнь. И у Рекса тоже. Но на самом деле у него 6 жизней. Эх, раскрутили. А это не самоуничтожение там было. Здесь вертушка Рекса. На землю это больно. Это вы не сможете так, если у вас стоит. Что стоит? Мы сейчас быстренько подкинем в одного. Хоп, на. Хоп! Поднялся! Классно. А, тут там в космосе улетел грец. Вот так вот его. Иди! Он может идти. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Что творится тут? Чего может твориться? Ох. Ну а сам появляется. Рекс, ты живой? Да. Так, но сейчас ты будешь неживым. Ты спятил? Мы сейчас в лепешку расшибемся. Женщины вперед! Хватайте его, парни! Так, тише. Надо смотреть, надо сначала взять. С прискорбием был замечен тот факт, что вы двое все еще живы. Тем не менее, я с радостью хочу сообщить вам, что эта неприятная ситуация будет вскоре разрешена. Эй, кончай кидаться людьми! О, ну не беспокойтесь. Все имеющие значение люди находятся в полной безопасности. Со мной в командном отсеке. Со мной и моими деньгами. Кучей денег. Так что это мелкое недоразумение не остановит меня. Так, да, он так делает. Знаешь, с ним упал. Хватит, я сказал! Как только командный отсек окажется. Что, я не упал зато. Я начну все заново. Соберусь силами и отстрою свою империю где-нибудь в другом месте.
Правильно. Подойди ко мне, малыш. Прекрати швыряться летунами! А потом я уничтожу Лего Сити! Сделаю так, чтобы Наталья все это... Скатертью дорога! Чейз Маккей! Так, так, ладно, давай уж у тебя. Потому что мне не достает. Сэр! Чего тебе? Не мешай мне злорадствовать. Парашюты не раскрываются, и нам не добраться до рычага катапультирования. Что? Подожди там. Может, в этом серванте есть что-нибудь, что нас спасет? Но это же спасательная капсула. Да, действительно. Кстати, не подскажешь, как тут двери закрываются? Завязывай с этим! Такс. Хочет на меня напасть. Видите? Такс. Ну, давайте. Вот так. Эй, хватит, я сказал! Да! Оказывается, нельзя бешеному Рексу против бешеного Рекса. Ну не думай, я еще поквитаюсь с тобой. Месть моя будет ужасна! Что? Привет, корова. Все, сейчас будет самое крутое. Сейчас, в общем, я буду петь. Блин, обожаю я эту музыку. Я под нее даже не могу удержаться, аж подпеваю. Чейз! Наталья, что случилось? Где ты? Что? Поторопись! Ваш собеседник повесил трубку и разобьется о землю через 3 минуты. Повесьте трубку и наберите номер еще раз. Наталья! Это не серия. Еще раз, на всякий случай. Нет, я не говорю, что это не серая. Это просто я показал, что будет в конце. Пусть бушуют страхи, но миром нами мы вместе сможем отдалить врага. Пусть все будут живы, но мы смогли. Потому что мы друзья, это наша жизнь, наш враг одолен, он погиб, нет, нет, он арестован, теперь это есть, мы герои Лего, Лего Сити и живем. Это все не просто так, потому что день настал, день победы наш настал. Мы победили в этой войне, потому что не страшно, ничего не страшно, лазерные пушки не страшны нам. Потому что мы друзья, мы всегда вместе, это все не просто так, потому что холода, холодную зимую, не страшно нам ничего, не шумит страхи, но не напомню, это наша жизнь. Мы все будем вместе жить из космоса на Землю. Мы полетим вместе своими друзьями. Это все конец нашей песни, но мы друзья. Спасибо вам за все. Всем пока. Вот вся песня моя. Я еще могу петь. Папа, дело плохо. Мы не сможем раскрыть парашют. Дайте
сейчас. Да, ну-ка, посмотрим. Это моя любимая, кстати. Черный рычаг! Это что ли? Ладно. А что это? Тормоз. Тормоз. В чашку сейчас приземлиться, смотрите, в чашку. Бух. Цветы и аплодисменты. Вот и они! Ура! Мои поздравления, ты снова на коне, Чейз. Не сказал бы. Блэквелл удрал в аварийной капсуле, а Рекс, он тоже удрал. Рекс! Ха-ха-ха-ха! Можешь о нем забыть! 10 минут назад он пробил головой крышу какого-то дома. Смотрю, Рекс, тебе не на шутку поплохело. Я думаю, в этот раз арестовать его должен ты. Знаете, шеф, давайте вы уж сами. Есть вещи и поважнее работы. Да, видеоигры куда важнее работы. Приехал агент еще к нам. Он пока агент. Все, конец. Ура, конец. Вот она, битва против Рекса. И спасибо за просмотр, как всегда. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это титры можно пропустить. Да, все 100% пройдено. Спасибо еще раз за просмотр. Обязательно вот посмотрели, понравилось видео. Подписались, красная кнопочка. Подписаться. POST. Подписаться. В общем, как-то так. Ладно. Ну, думаю, на этом все. Всем пока-пока.